Я читаю посты, блог «От уха до копыта». Последний пост про выезды в поля мне очень пригодился, потому что там были ценные советы, например, даже для меня. Я езжу в поля, езжу в манежи. Когда бывают нештатные ситуации, то действительно хватаешься за что-то, ох, ах. А на самом деле, вот реально, тот совет, что нужно просто сесть в седло, меня и поразил своей простотой. И ну, это реально работает. Когда ты сидишь, собираешься, потом уже можно действительно вспомнить о том, что можно скакать и получать удовольствие. И еще те, кто боится ехать в поле, он и на лошади не сядет, например. Или тот, кто боится в поле, он в поле не поедет. Ну, я знаю, что здесь, на конюшне, в поле не пустят на лошади, которые в полях не ездят и не приучены к полю. Поэтому... Мы ездили с вами в поля. Да, мы в поля ездили. Я ездила на Джунике, Юля ездила на Флоре. Свежезаезженной Флоре. Свежезаезженной Флоре. Все прошло спокойно, идеально. Никто никуда не шарахался, не рвался. Лошади смотрели друг на друга. Мы были спокойны, лошади спокойны. Смотрели природу, рассматривали птичек. Вот. Безопасно, прекрасно. Джунику я вообще доверяю, потому что его воспитывала Юля. Вот, поэтому очень важно, когда ты чувствуешь в лошади надежность, в тренере надежность. Тогда тебе ничего не страшно. Тогда ты сидишь ровно, получаешь удовольствие. В полях, ну, действительно не страшно тем, кому не страшно, едет вообще на лошади. А опыта, набирайтесь опыта, ездите побольше в манеже, когда вы сами почувствуете, что вам уже стало интереснее делать что-то другое, куда-то в другое место ездить, выбирайте прогулки в поля. Есть очень много клубов, и в Балынтово можно поездить в полях с опытными инструкторами. Одного вас не пустят, лошадь дадут хорошую, выезженную. Вот. Пожалуйста, в полях тоже много интересного. В манеже можно заниматься там элементами выездки. И я, честно говоря, может быть, у меня там я из проката, но я думаю, что есть лошади для манежа, да, которые там выездки, как балерины, там какие-то па показывают. Да. В полях они уже, они не для полей. В полях должны быть другие лошади. Выбирайте себе подготовленных лошадей. Да, обязательно. Здесь адекватные люди, никто вас не посадит на неподготовленную лошадь. Даже в манеж, даже на корт. Тем более в поле. Вот я на Лунтике в поле еще не ездила. Он ходит хорошо. Мальчик у нас уже ездил в поле. Да, поэтому нормально все. Да, пусть для меня его подготовят, а я уже потом. Съездим. Когда он будет такой... Хорошо, Рима, спасибо. Пожалуйста.